Так, это небольшой тест, задача которого, цель которого выяснить, будут ли вращаться роторы, вот если подать ток на валы. Вот если я тут чуть объясню, получается, сами шкивы соединены между собой резинкой, такой вот таким резиновым тросиком. То есть видно, что при вращении одного шкива вращаются оба. Вот. И периферии двух шкивов соединены скользящим контактом последовательно. Ну, между собой просто. Вот, то есть при подаче тока на валы, вот, по идее, должно происходить вращение. Вот, что, собственно говоря, и хочу проверить. Вот, ну, как бы тут к вопросу о том, от чего же оно будет отталкиваться. Вот, и очень многие спорили о том, что такая вот тесловская машина может работать только как генератор, но не как двигатель. То есть, конечно же, этот эксперимент сейчас не самый чистый, в том плане, что контакты на периферии все-таки стоят относительно шкивов. То есть, все-таки это не ремень проводящий. Вот, тем не менее, я уверен достаточно глубоко в том, что даже при наличии ремня, который будет двигаться вместе со шкивами, вращение также будет происходить. Вот сейчас попробуем продемонстрировать, что происходит.